Январские морозы позволили в этом году обустроить купель на Верхнем пруду. Толщина льда на реках и водоемах не меньше 20 сантиметров. И сотрудники МЧС разрешили коммунальщикам резать лед и установить купель для тех, кто решит окунуться в воду на крещение. С 5 часов вечера люди смогут искупаться, и завтра в 16:00 будет произведено снятие купели, и она засыпана будет уже. Размер купели 4 на метр. Приобрели ее еще 3 года назад. Но последние пару лет погода не позволяла на пруду обустраивать иордань. В круглосуточном режиме будет произведено дежурство с силами МЧС. И наши сотрудники будут убирать кашу со льда, чтобы с воды. Купель на крещение установят также в Свято-Георгиевском храме и на набережной реки Черемшан в Первомайском районе. Юлия Лаптева, Анжелика Барвинок. Наше время.